Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня вторник, 18 июля по новому стилю или 5 по старому. И сегодня память. Мучениц начала 4 века Агнии Девы и Кириллы Киренейской. Преподобных 10 века Лампада Иринопольского и Афанасия Игумена Афонского. Празднуется обретение честных мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского всея России чудотворца в 1422 году. Память священномученика Геннадия Здоровцева, пресвитера, преподобномучениц великие княгини Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой, убиенных в 1918 году. И преподобный исповедника Агапита Таубе, монаха, почившего в 1936 году. Прославляется икона Божией Матери Экономисса, домостроительница. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем святого из числа простых монахов. Преподобный исповедник Агапит родился 4 ноября 1894 года в городе Гатчине Санкт-Петербургской губернии в семье высокопоставленного чиновника барона Михаила Таубе и в крещении был наречен, как и отец, Михаилом. В 1912 году Михаил окончил гимназию и поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но окончить успел только три курса, когда в 1916 году был призван служить в армию. Михаил Таубе служил младшим офицером батареи в артиллерийском дивизионе, сначала в чине прапорщика, а затем подпоручика в должности помощника командира батареи. Во время боев в 1916 году он был тяжело ранен и попал в госпиталь. В 1918 году он снова был призван в армию и служил в комиссариате продовольствия по Северной области, а затем адъютантом при штабе армии и делопроизводителем. В 1922 году Михаил был демобилизован и поступил сотрудником в музей Оптиной пустыни, учрежденный безбожными властями на месте закрытого монастыря. Многие из научных сотрудников музея приехали из Петрограда. Он был назначен хранителем собрания книг монастырской библиотеки, переданной тогда в ведение музея. Здесь он вполне мог познакомиться с богословским наследием и богатейшими по своему духовному содержанию рукописями. Приехав в Оптину, Михаил стал духовным сыном сначала старца Нектария, а затем иеромонаха Никона Беляева, который и постриг его в мантию с именем Агапит. По воспоминаниям знавших его в этот период, это был человек высокий, худой, всегда грустный и сосредоточенный, искавший в христианстве не столько утешения, сколько духовного подвига, и многие думали, что он станет впоследствии епископом и богословом. В качестве научного сотрудника музея монах Агапит пробыл до мая 1925 года, а затем был уволен и жил то на родине, то около Оптиной, готовя себя к священническому служению и зарабатывая на жизнь преподаванием иностранных языков. До своего ареста отец Агапит ходил в светской одежде, а когда пришли его арестовывать, он с радостью надел рясу и ушел в тюрьму христианским исповедником, точно только и ждал этого момента. Сотрудники ОГПУ в соответствии с идеологией, принятой тогда в государстве, рассматривали монахов как членов контрреволюционной организации, и потому вопрос о том, пострижен ли человек в монашество, кто его постриг и было ли это совершено тайно, для ОГПУ был вопросом политическим. И принявший монашество, и в особенности постригавший, в их глазах совершали преступления и нарушали непрописанный в Уголовном кодексе закон. Желая получить сведения о месте и об участниках этого, в кавычках, преступления, следователь спросил отца Агапита: «Скажите, когда вас постриг в монахи Никон Беляев? Где именно это происходило и кто при этом еще был?»
На этот вопрос я отказываюсь давать ответ. Почему? Поскольку касается личной моей жизни. Это был исчерпывающий с точки зрения закона ответ. И на этом допросы были прекращены. 19 декабря 1927 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило монаха Агапита к 3 годам заключения в концлагерь на Соловки. Но, как и его духовный отец, он был оставлен в Кеме. Первое время он жил вместе с отцом Никоном в пересыльном лагере в Кеме, но затем монаха Агапита отправили на одну из лагерных командировок в лес на побережье Белого моря. По окончании срока заключения 23 мая 1930 года особое совещание приговорило его к 3 годам ссылки, и он был отправлен в Архангельск, куда прибыл в одном этапе вместе с отцом Никоном, что стало для него большим утешением. Вскоре отца Никона отправили в Пинигу, а отец Агапит остался один вблизи Архангельска. Живя в Архангельске, монах Агапит познакомился со святым архиепископом Архангельским Антонием Быстровым и некоторыми ссыльными епископами и священниками, а с владыкой Тихоном Шараповым он жил в самом ближайшем соседстве. 23 января 1931 года архиепископ Антоний был арестован. По тому же делу были арестованы 21 человек, и среди них монах Агапит. Вскоре после ареста он, как и многие другие подследственные, был отправлен в 5-й лагерный пункт вблизи станции Пинюк. Монах Агапит был обвинен в том, что он являлся ближайшим сторонником епископа Тихона Шарапова, выполнял его задания среди крестьян, участвовал в помощи ссыльному духовенству, которую организовывал архиепископ Антоний, и выдавал себя среди крестьян за мученика и невинного страдальца за веру Христову. 2 декабря 1931 года монах Агапит был приговорен к 3 годам заключения в концлагерь и отправлен в мариинские лагеря в Сибирь. После окончания срока заключения он поселился в городе Орле, где в то время жило много ссыльных и отбывших заключения в лагерях. Иногда он приезжал в Москву, где встречался со знакомыми по Оптиной пустыни. В начале 1936 года отец Агапит заболел. Образовалась опухоль на языке, и друзья предлагали ему лечь в больницу. Он выехал в Москву, операция была сделана, но врачи предупредили, что могут быть последствия, и через некоторое время он обнаружил новую опухоль. Операцию делать было бессмысленно. Его страдания в течение болезни все более возрастали. Ни есть, ни говорить он уже не мог, но при этом не терял бодрости духа и, пока были силы, ходил в храм. Когда отцу Агапиту было что-либо нужно, он писал записки своей старушке-хозяйке, жившей на другой половине дома, через стену от него. Он предупредил ее, что когда ему станет совсем плохо, он ей постучит. 18 июля он постучал в стену, и когда хозяйка вошла, то увидела, что монах Агапит лежит, не сводя глаз с иконы Божией Матери. Лицо его было сосредоточено и кротко. Ни боль, ни страх не искажали его. Он не стонал, только дыхание становилось все реже. Впоследствии она рассказала, что переносил он свои страдания так светло, что она молится о нем, как о святом. Монах Агапит Таубе скончался 18 июля 1936 года и был погребен на одном из кладбищ в городе Орле, но могила его впоследствии была утрачена. Святый преподобный исповедниче Агапите, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители!